Алтайскую сельхозтехнику все чаще можно увидеть не только на полях нашего региона, но и страны. Агрофорум собрал тысячи участников, от фермеров до представителей власти регионального и федерального уровня. Вопрос импортозамещения и конкурентоспособности стал, пожалуй, главной темой Дня сибирского поля в этом году. Сейчас меры поддержки, в том числе разработаны очень много мер поддержки региональных. Это и компенсация на оборудование, которое закупается. Это сейчас со своими программами предлагается РАЛ, так называемый, это Росагролизинг. Еще ряд федеральных поддержек, там и работа фонда развития промышленности, выделение кредитов по очень низким ставкам. То есть сейчас очень много мер поддержки, которыми можно пользоваться. Важный шаг в импортозамещении – открытие первого технопарка «Юг Алтая», который начали строить в конце 2020 года. Промышленный центр специализируется на производстве оборудования для машиностроения, обработки металла. Интересен механизм работы. Представители малого и среднего бизнеса, которые становятся резидентами технопарка, смогут создавать сложные наукоемкие продукты. Проект поддержали в Министерстве экономического развития. На технопарк было выделено 500 миллионов рублей, 100 миллионов – средства частного инвестора в лице Рубцовского завода запасных частей. Мы на сегодняшний день, ну, получается так, вовремя зашли с этим проектом, и сегодня мы уже, можно сказать, успешно, внедряя новые технологии, можем производить те детали и узлы, которые в свое время заводы отрасли сельхозмашиностроения получали как из дальнего зарубежья, так и из ближнего зарубежья. Кстати, технопарк – это не только про импортозамещение. Для Рубцовска, как для города, который долгие годы был промышленным центром региона, это еще и сотни новых рабочих мест. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.